Всем привет, с вами Александр Полянцев, клуб игроков GTA San Andreas. И сейчас мы будем проходить гоночные соревнования на стадионе Лас Вентураса. Не самое простое гоночное соревнование. Ну, конечно, пройти его также вполне реально, как и предыдущие дополнительные миссии на других стадионах. Тут всего 6 кругов, в отличие от гоночного соревнования в Лос-Сантосе. Но соперников также 12. Ну и, как вы могли заметить, проходим мы его, конечно же, уже не на гонках, а на мотоциклах Санчес. Ну и, соответственно, трек здесь, конечно, другой. Имеется в виду карта. И несмотря на то, что боты здесь достаточно часто врезаются, тем не менее, они достойные соперники, и даже оторвавшись от них и заняв первое место, они все равно будут, ну, найдутся те, кто будут дышать в спину и преследовать.
Вот мы прошли эту достаточно сложную гонку, на мой взгляд, и получили целых 25 тысяч. С вами был Александр Полянцев, клуб игроков GTA San Andreas. До встречи в следующей миссии.